паяльная лампа. Так. Труба дымоходная для буржуев там. С углом. И сейчас кусок картона, который нам тоже понадобится. На улице, сейчас я вам покажу, на машине, сколько у нас на улице градусов. Минус, грубо говоря, минус 24. Что мы будем делать? Нам надо разогреть паяльную лампу. Вот этот картон я поставлю вот тут картера, чтобы тепло не уходило. И через эту трубу будем подавать. Вот, короче, подставил картон и подложил под трубу эту железку, чтобы она была выше. Мы же все физику учили. Тепло идет наверх. А вот эта точка должна быть чуть-чуть ниже. Разогрел лампу. И все. Единственный момент с этой лампой, я вам объясню. Вот эта лампа, пока хорошенько не прогреется вот эта штука, она просто струей брызгает, и четкого пламени не получается. Для того, чтобы ее разогреть, грубо говоря, можно от машины в сторону трубу убрать, вот так же поставить ее к трубе и греть до тех пор. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Сейчас у нас на часах 10 часов 10 минут. 10:40 будем заводить.